Это Диомина. А это мы, Латиномикс, которые приехали в Диомина на отдых. Настолько много. Наступил вечер, после стола, по мере и мы выдвигаемся кто, в ресторан. Кто весит меньше, кто больше съел и выпил. Это да, мы будем проверять. Галантный мужчина. Ой, какой мужчина у нас. А что, танцует? А, я думаю, танцует. Самообслуживание в гардеробе. Кстати, вот эти вешала в гардеробе упали. И вся одежда валялась на полу. Девочкам пришлось вешать ее самим. Сотрудники даже не подошли, хотя это все видели. В ресторане очень красиво. Стилизованная мебель. Мы тут типа чай попили, вот так вот типа. Две хорошие на весь стол. Да. Что я хочу сказать по ресторану? В заявленном меню некоторые позиции отсутствовали. Цены в ресторане, конечно же, ресторанные. Ну и довольно-таки скучно. Туалетная комната. Все очень красиво сделано. Вообще очень красиво. Мы хотели праздника, и мы его себе устроили на крыльце этого же ресторана. Короче, наша банда отправляется в беседку. Вон туда, в беседку. Опа, опа. Валячку. Зимние забавы. Дыр-дыр-дыр. Аня поехала. Дыр-дыр-дыр. Алена. Так, Наташа поехала. Наташа, где твой дыр-дыр-дыр? О, тут скорая помощь! Наташа, дыр-дыр-дыр! Помощь! Мы тут ночные гуляния, короче, устроили. Аня, куда ушла?
Ого, как высоко. Чуть прям страшновато так. Мы находимся на стадионе, на котором проводятся соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Итак, дело было вечером, делать было нечего. А что там? Наташа решила не лезть на камин, а так хотелось. А зачем ты туда залезла, Наташа? Сейчас мы все угадываем, надо в печи. Что мы там делать будем? Укладываться. А, ты тут спать будешь? Мы тебя тут оставим.